темное время суток в маске проник на заправку, забрал денежные средства и скрылся. В полицию Тюменского района поступило 2 заявления о разбойных нападениях. В первом случае неизвестный человек в маске ограбил автозаправочную станцию. Во втором – пункт приема металла. Общая сумма похищенного составила около 30 тысяч рублей. Проанализировав почерк преступлений, сотрудники полиции пришли к мнению, что они совершены одним и тем же лицом. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, жителя Тюменского района, и задержали его по месту жительства. В ходе допроса фигурант рассказал, что преступление совершил, чтобы достать деньги для покупки наркотиков. Взяв лыжную маску и топор, отправился на СЗС, где, угрожая сотруднице, похитил из кассы более 15 тысяч рублей. Деньги быстро закончились, и уже утром следующего дня он отправился на новое преступление. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.